Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Мы играем в игру Tacoma. Это игра с каким-то оригинальным сюжетом, как говорят нам разработчики. Давайте поиграем, что ли, в нее. Не забывай лайков ставить, подписываться на канал и погнали. Ладно, ребят, мы припарковались в какой-то планете. Точнее, куда-то припарковались. Мы обратно летим, что ли? Эй, ты куда летишь обратно? Так, и теперь мы пытаемся, наверное... Так, сейчас нам открыть нам надо. Мини, я вхожу поговорить. Пока меня нет, не позвони никому сканировать. Корабль, типа того. Это типа разговаривающая эта фигня. Опасность, двери, шлюзы в движении. Что это за опасность? Сама-то опасность. Так, что у нас? Снять крышку. Взять. Так, что надо взять? Опа. Таблет, коски. Давай. Опа. И что-то... А, мы, короче, в правую и в левую часть вот сюда, что вставляем. Правую-левую узел. Типа какая-то загрузка операционной системы. Ты реально воткнешь в себя, в шею, там какую-нибудь фигню, и будет операционная система загружаться. Не дай бог, в будущем будет. Внимание, это сообщение записано для того, чтобы приветствовать вас, гости на борту. Прежде чем я составлю ваш профиль для станции, вам стоит зафиксировать свои телесные эмоциональные данные, а отслеживание системы дополнительной реальности. Таком, ложись ладонь. Ладно, я не так ладонь положу. Типа она сканировала твои движения, там все дела. Прикольно. Ладно, что это? Система для подтверждения личности. Давайте регистрация. То есть мне нужна подпись. Окей. While aboard Tacoma Station, прибывая на борту станции Tacoma, помните о том, что все ваши действия по системе дополнительной реальности. All activity records become solely from the Едем. Так, короче, какая-то фигня изначально. Что случилось, короче, с чуваком, который нам все объяснял? Этери, куда? Предупреждение сети данных Tacoma, именно абсолютная потеря данных. Данный персонал. Чё это такое вообще? Блин, нам надо найти что-то вообще, да? Получается у нас... О! Так, нам надо вниз, да? Чё это такое поезд? Что, бунгало для отдыха на орбите? Чё это за фигня? Чё за флешбэк? Так, давай спускайся. Не хочу смотреть на эту фигню. Спускайся вниз. Спускайся до конца. До конца. Тяни все до конца. Блин. Боже. Куда это закончится? Может мне нажать что-нибудь на буквалу? Давай, давай, спускайся. Прыгай, прыгай, спускайся. Что-то погрузилось, короче, у меня. Входим в жилой отсек. Ладно, входим в жилой отсек. Так, все, у нас типа ботинки еще, знаете. А, че они пропали, ботинки? Боже. Не проработанная фигня. Так, что у нас осталось? Растения какие-то. Внимание, панель. Боже, я не понимаю. Да, это у нас планшет наш, который. Мы забрали персонал. И у нас что-то загружается. Выгружено на прист. То есть нам еще надо подождать. Боже, это столько ждать. Че, долбанитесь? Часть сети займет немало времени. Все, короче, перегрузка. Ё-моё, пока мы будем день морального износа. Отмечают там. Что, где отмечают? А, там. Морально, а в администрации износа. Износа чего? Чтобы здесь данные дополнительно снять, нажмите пробелом. Ч
еще данные записаны. Чё-то я еще не пойму. А, годовой счет для коррупции, он дубль 3. Чё? Боже. Чё-то не похудела. Толстый. Вот, знаете, фанат. Блин, боже. Правда один, думал больше, чем... Все нормально. Все хорошо. Дайте я сбегу отсюда. Дайте... Какой пароль? 1, 2, 6. Ошибка. Сработано с ее искусством. Так. Грей, че? Дополнительная реальность. Боже. Так, какой у нас пароль должны? Вот, вон он пароль. Вон он пароль. Февраль. 2088. Законодательный проект. Судебная фляжка. А, мы должны... Файл поврежден. Ну не открывайте там мне его. Ого, 1500 грамм грейпфрута снято 3 дня назад. А, это еще 3 дня назад еще снято. Так, ладно. Какой там пароль? 28. Ты чё, говно? Идет игра, то есть надо взять тарелку. Знаете, ты отпусти меня. Голови. Хорош. Ты хорош уже. Как мне выйти отсюда? На все. Боже. Все, разговаривай сама с собой, короче, что мне надоело. Вот, фух. Так, что у нас? Боже, это они что-то обсуждают, я так понял, да? Здесь колпак. Может, его здесь? Лови колпак. Одень колпак. Клёвый колпак, чувак. Что ты не ловишь? Так, у нас... Боже, чё это? Один, что это? Так, они с мусорными обломками. Я носил эту орбиту станции. Пой стакан, выпей. Вам плохо. У меня колпак. Просто, значит, на станции есть только тот, который мы сейчас дышим. Верно. А сколько у нас времени? Пригодно. Дыхание. Что, 48 часов можно быть расчетом? Попрошу компанию, скорее выслать нам воздух. Лови, компания. Под нос. Additionally, external communication. Стало быть, у нас нет постоянной связи с внешним миром и нет возможности за помощью. Осталось пригодно для дыхания 50 часов. Ладно, какие у нас гениальные идеи. Взять колпак, гениальная идея. Какая у тебя гениальная идея, Кевин? Ты же помнил. А, перезапуск. Ладно, здесь нет смысла вообще. Боже, у меня, наверное, полный идиот, считается. Я даже не задумывался раньше. Мы должны слушать самого тарелка. Предыдущий искусственный мир. Ну ладно. Я глупости говорю. AI aren't like design hardware. As soon as the new ones out, we trade in the old one for customer loyalty. This is what Odin wanted. Odin, this is what you wanted, isn't it? That is a fairly accurate representation of my instructions. А, мы должны паузу еще надо. Ну ладно, дальше. Thank you, Odin. That'll be all. Слушай, а может не тебя нажать? О, слушай. Классный яблоко, лови яблоко, слушай. Ох, бегу. Here it is. Odin's masterpiece. Sarah, come on up. It's ready. Gather round, gather round. А, ну все, у нас тут. Паузу жмешь, короче, типа, комната отдыха. Чувак остался. А что у него, кстати, за... Минутку. Ничего себе, не было приятных последствий. Возьми коробку. То есть, короче, здесь случилась авария, как я понял.
Однако, насколько я понимаю, пока им не удалось распознать. Все подошли здесь. О, да. Взрыв. Что это было? А, ну все, чувак, как я сказал. Твой колпак. Успокойся. Нифига себе, там английский язык. Блин, ну ладно, остановись пока. То есть у нас, в принципе, понятно, помню, что случилось. У нас была авария. Восстановление экипажа. Дополнительная реальность, не знаю, что провел. Опа, дополнительная реальность. Ладно, давай загружаем. Опять память, опять читать будем, наверное, все, да? Надо что-то присесть. Зачем присесть? Давай присядем. Куда присесть-то? Чёрт на гитаре играет. Куда присесть? Ты о чём? О чём ты вообще? О чём? Давай, давай дальше, короче. Ладно. Мывали. Чё мне мыть-то? А, зуб чистим. А, дальше. Хорошо играешь, чувак. Гитару тебе. Возьми гитару. Клёвую гитару. Посмотри, держи её. Чё я падаешь? Держи гитару. Чувак, ты без гитары играешь. Держи её. Слушай, да хорош тоже. Могу я тебе поиграть. Сидя. Ладно, все. Ну-ка сейчас без столкновения. Уже это все. А, он что поет. Возьми сигару. Сейчас вот уже все, там мои друзья, давайте танцевать. Давай. Лови картину, короче, офигенная штука. Закат цимбала, то есть у них тут какая-то эпичная фигня случилась. Давай чайку попьем. Лови. Разливай. Какой-то ящик. Так, блядь, коробка. Чё мне ничего не берется? О! Смерть вообще ничего. Смерть вообще ничто. Я просто слушал соседней комнаты, это я, да-да-да. Жду тебя. Ладно. Я тебя жду. Так, что у нас там? Где книга? Открываем книгу. Не видим фигу. Не, не хочу кэшбэк делать обратно. О, летучий голландец. Так, я понял, что им капец, короче, стал. Хватило на кислорода, они друг друга мочить начали. Как минимум. Так, мы здесь все уже насмотрелись. Здесь уже все насмотрелись. Восстановление панели двух реальности. Нет. Там, кстати, та реальность у нас уже восстанавливается. Я думаю. Дай. 36%. Боже мой. Эксплуатация. Что там? Эксплуатация. Боже, что за перевод? Эксплуатация. Голос. Груз, ладно. Давайте. Снято 4 недели назад. Давай посмотрим, что ты мне продаешь, прошу. А, итак, девушки, у нас все, все необходимо. Угупс. Угупс. Боже, какой угупс. Ты просто больше всех, наверное, там живешь. Нет проблем, я обожаю бурные, но совершенно бессмысленно работу. Так, что такое? Деяние, контроль, качество. Так, она такие записульки делала непонятные. Неудача. Сам-то неудача. Так, если вы захотите, ну, посоветовать связи психотерапевтов. Благодарю за то, что обратились к вам. Какой психолог? Ты психотерапевт? Ну, раз так уверен, то, может, пора заняться своей работой. А, на следующий год продлим. Боже, еще следующий год. Нет, еще опасно. Да ладно. А смысл, мне даже не знаю, доступ к системе, которую я обслуживаю.
Do you really need direct access to Odin? Мой доступ на один ок. Тело, в принципе. Ты работаешь? Что ты делаешь? Убери этот поднос. Давай дальше. Все равно, то есть они, в принципе, еще 4 дня назад. Лови понос, лови свой поднос. Да что ты, ТП, нажимай. Да что, хватит. Собирает, да, вон отныне. О, девочки, неплохая, наверное. Заблокированы, кстати, что. Уже иду. Ты что задумал? Увидишь. Ты что-то задумала, слышь? Что у тебя на уме? Помню, говорю о том, что мне нужен доступ на прямой к интерфейсу. Припоминаю. Давай так, вы скажете компании, что если они не дадут такой доступ, то придется искать нового специалиста по сетям. Боже. У тебя нет доступа к едину? Нет, это огромная часть сетевого модуля. Эй, народ! Чё, народ? Мы просто работники, только им решают, к чему у нас будет доступ, а к чему нет. А, он пришел в администрацию. Ходите, мне кажется, на права, как интересно делать свою работу. Клайв. Ладно, конечно, правила есть правила. Надо, я подумаю. Пока... Так, чё-то не пойму. Мне кажется, ты чё-то замышляешь. Слышь, ты чё-то замышляешь, короче. Все понятно. Мы её будем обвинять во всех грехах. Прачечная. Примерочная. Прачечная. Хотя это то же самое, наверное. А не, прачечная, все правильно. Прочитал, да? Да. Так, ты чувак что-то делает. Опять фигня какая-то. Нет, я не знаю, это, ты просто будешь здесь все это время заниматься, нами, ничего полезного не скажешь. Что ты мне скажешь? Николас. Николас. Знаю, что... Я знаю, что ты совсем хотел, чтобы ты скорее вернулся домой, но... Listen. You have your heart set on Amazon, Amazon, верно? А, то есть видишь, у нас открывается внизу, okay. Типа. Так вот, у нас твой папа, у вас нет шанса накопить столько очков, чтобы пойти на полную стипендию к тому же времени. Что же у нас снег сейчас открывается? Эй, я застрял, что за фигня? А. Доп. Реальности. Блин, неудача какая-то. Сам-то неудача. Банки какие-то. Боже, здесь только разбираться надо, оказывается, ребята. Реально разбираться. Блин, я думаю, здесь можно мочить всех просто и все. Здесь нужно. То есть, какой код? A perfect emulation. Чувак. The target personality. А, это делать. Наверное. Wow. Да, Сарнахан. Душевая. Тут душевой моется, нет? Душевой нос. А, еще даже здесь душевой что-то есть. Боже, здесь надо все читать и реально вникать в эту систему. Здесь случилось что-то на борту, и, короче, мы должны... Боже, я не знаю, ребят, ну... Для меня это очень жестко, если честно, вот это все смотреть. Пытаться, я не знаю, блин, все изучать, реально изучать. Каждый, а кстати, каждый этот открыт, да? Программа. Ну, мне кажется, у этого чувака. А, Е у нас. Перемотка вперед. Во, у нас перемотка вперед. Во. Мы нашли кого-то. Ладно, здесь вот так вот сделаем, да? Все? Хватит тогда. Непонятно, для чего я перемотал, но ладно. Мы, короче, типа нашли все вот эти вот вопросы, наверное, ответы, да? Можно Плазилев перезагрузить. Давай. Нет. То есть надо каждый надо подойти, все это прочитать, все это сделать. Видите, знак вопроса, знак галочка. Это все надо найти в определенный момент, да? То есть мне нужно найти механик, с которой вот
болтал. То есть это у нас Николас. Кто? Это у нас видит эта фигня. То есть мы прочитали все в нужный момент. А здесь мы, короче, должны механика найти. Механик, кто у нас тут? Нет, у нас... Нет, надо еще одну, короче, найти, типа... И типа мы будем... Блин, так-то я найти не могу. Видишь, в чем смысл? То есть мы в определенный момент должны найти определенного чувака, то есть мы так перематываем. Кто он ушел, кстати? Это вот как раз тот, да, чувак? То есть мы в определенный момент должны просто прочитать его, да? Блин, почему... А, вот все. И типа опять сейчас перезагружаем, и найти нужно нам эту. Доступ закрыт, короче. Нам найти еще одного человека надо. Где он находится? Понятно, то есть это, наверное, другая. А вот, наверное, да? Нет. Надо найти, короче, типа механик. Кто это такой? Нет, это мировой какой-то чувак. Нет, здесь другая, значит. Вот он, наверное. Вот он, вот он. Да, примерно так я ожидал. То есть... Да блин, капец. А мы еще не знаем, кто остается. То есть это какой-то механик, и что-то надо сделать, короче. Вернулись на матушку землю без приключений. То есть мы все открыли, и нам откроется на какой-нибудь номер. Давайте посмотрим. Может, кстати, вот этот заблокированный чувак, этот откроется, вот она. Чувих, точнее. То есть все мы, короче, прочитали, только ничего не пойму. Выход, давай выход, найдем сразу. Все тексты нужно прочитать, все нужно прочитать, вот 100%. Она загрузилась, и мы просто забрали. Все. Нам что-то неправильно сделал, да? Ну ладно. Эксплуатация. А чтобы получить дополнительный панель, нажмите Tab. А вот. Позволяем безопасности экипажа, случайное сохранение данных и т.д. Ладно, ребят, на этом все. Я не знаю, игра, в принципе, она немного запутанная. Советовать я ее, не знаю, буду, нет, но это на ваше усмотрение. Ну, странная она своим концепция, которая мне как бы, ну, не особо нравится, наверное, так скажу. Ладно, давайте на этом все. С вами был Швилио. До новых встреч. Пока.